Привет, ребята, с вами Иришка. Я хочу поиграть в стоматолога. Я нашла такую игру. Сейчас мы будем лечить пациентов. Деток, которые не чистили свои зубки. А вот ну-ка посмотрим, кто у нас сегодня записан. Ага, Логан, Молли, Джек и Алекс. Давайте. Ага, Молли. Молли, подготовку, подготовьте пациента. Ой, бедняжечка. Молли нравится поступать по-своему. Ой-ой-ой, это больно было, наверное, очень сильно. Отрежем бинтик. И что там внутри? Ой, что это? Какие зубки так плохие, грязные. Мне даже противно лезть туда. Так, чего начнем? Заделаем вот эту дырку в зубе. Ух ты, а как это? Ой, не получается. Вот так, осторожненько. Опа, дырку мы убрали. А теперь заливаем штучкой какой-то. Ой, ура, мы зубик вылетели. Фу, какие-то там бяки вылезают. А вот они. Раз, два. Ну-ка, синенький. Опа, все, бяк больше нету. А теперь давайте вырвем этот черный. Ой, а какой зуб выбрать? Мы поставим новый зубик с розовым стразиком. Как красиво смотрится, тоже тебе такой хочу. О, можно сделать пасту. Ух ты. Клубничку положить, говорите, положила. О, там сверху рецепт. Черника и имбирь. Я кладу имбирь и чернику. Ой, как интересно. А так действительно паста делают? Наверное, нет. Чистим зубки. У нее они очень-очень грязные. Вы посмотрите, какие они желтые-прижелтые. Как же девочка со своими зубами-то ухаживает? Я вот каждый день два раза чищу. Утром и вечером. Она, наверное, раз в неделю. Слюньки натекли, надо их высосать. Вот эта штучка сюда, и она высасывает. Все. Что же еще нам надо? Нам надо вырвать еще верхний зубик. Как она боится. Сейчас я быстренько вот. И выберем вот этот зеленый. Какой яркий зуб. Попшукаем, чтобы не пахло. И от всяких бактерий. И опять слюнки натекли. Сейчас, сейчас. Следующее. Чистим вот это грязь, самую сложную, трудную, то обычной щеткой не достать. Сейчас мы все почистим. Смотрите, какая у меня крутая щетка. Она достает самые кромные уголки во рту этой девочки. Как же мне нравится твой зеленый зуб. Такой классный. А еще со стразиком. Ой. Опа, а что это за веточки? Ты что, ветки ешь? Не надо есть ветки. Так. Опять слюнки натекли. А сейчас делаем рентген. Ой-ой-ой. Зубик. Целый зуб расколотый. И мне надо собирать пазлки. Вот сюда. Вот сюда. Ну это несложно. Сейчас быстренько тебе соберут и даже не заметишь, Молли. Вот и все, зубик собрался. Мы, по-моему, сделали все, что можно было. Так, я не знаю, что это за штука, но все равно на всякий случай. Ой, смотрите-ка, мы не все сделали. Мы забыли брекеты поставить. Ой, сколько брекетов?
Я цветочки розовые возьму. И обычные брекеты. Теперь на четырех зубах стоят брекеты. Все, я сделала все, что нужно этой девочке. Теперь она здорова. И еще раз вот эту штучку. Твой пациент вылечен, ура! Я очень хороший доктор, не правда ли? Да, я хороший доктор. Следующий пациент будет он... Ой, а что это такое? Раскрасочки. Следующий пациент у нас будет Логан. Ох, Логан, Логан, бедненький. Ничто не остановит Логана. О, он свалился с дерева. Так, бинтик снимем. Ой, еще хуже. Что ж вы зубки-то не чистите, детки? Так, сделаем то же самое, что и делали Молли. Это очень сложно. Вятку убили. И теперь заполняем чем-то, я не знаю. Дальше у нас будет опять вот эта штучка. Чтобы не больно было, наверное. Я не знаю. Бактерию ловить сейчас будем. Раз, зеленый. Два, розовый, зеленый. Опять. Что-то как-то сложно было мне сейчас. Делаем пасту. Клубника. Нужен потом имбирь. И какая-то штучка голубенькая. Тоже положим, накапаем. Вот и паста сейчас будет готова. Вот как все быстро и легко. Какая она цветная и красивая. Сейчас очистим все эти желтые зубы. Ой, фу-фу-фу. Как так можно? Очень, очень плохо это. Не чисти зубки. Еще 10 и все. Нам еще 2 зуба вырывать. Так что, мальчик, тебе нужно потерпеть. Надо было зубки чистить. И ел, наверное, много конфет. И чупа-чупсы зато. Опа, первый зубик вытащили. Выберем ему обычный белый. И второй зубик. Я должна, что я выберу, я хочу клык. Ой, какой он страшный будет своих друзей пугать. Вот так вот. Дальше брекеты. Возьмем радужные такие. И что же там еще можно выбрать? Со звездочками хочу. Нет, я обычные возьму. Обычные возьму. Ой, мы сделали половину, осталось еще половина. Спасибо. Мы хорошие стоматологи. Вредных бактерий убьем. Слюнки надо убрать. Убираем слюнки. Теперь уберем эти ветки из зубов. Ой. Это, наверное, укроп. О. И надо почистить зубки специальной щеточкой. Вот так вот. Молодец какой. Еще чуть-чуть, еще 3 зубика. И все, как же это сложно. Вот так. Опять слюнки убирать надо. Что ж ты такой слюнявый-то? Вот. Ну и все, по-моему, я все сделала. Мы должны получить отлично. За мою... О, нет. Смотрите-ка, мне надо сделать рентген, опять собрать зубик. Я это быстро сделаю. Не такой уж и сложный это пазл. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Вот так. И 2 осталось. Всё, зубик собрали. Супер. Фантастика. Твой пациент вылечен. Ура. Ну что, ребята, сегодня мы закончили лечить своих пациентов. Если вы хотите, чтобы я вылечила Джека и Алекс, напишите в комментариях.
ставьте лайки и напишите, вам понравилась эта игра. Подписывайтесь на канал Зрики ТВ, чтобы не пропустить новые видео. А еще переходите на другие видео вместе с куклами-пупсиками. Всем пока-пока, ребята!